Быть вместе. Серия 11. Папа, однажды ты сказал, пока у меня будет интернет, я смогу попасть в интернет-индустрию. Но правда в том, что я не могу. Эта отрасль стремительно развивается. Отстанешь сегодня, завтра не догонишь. Только в больших городах я могу получить доступ к необходимым мне ресурсам и возможностям. Я не смогу добиться этого в нашем родном городе. Поэтому... я хочу остаться в Синьчжоу. Хорошо, дорогая. Я только что разговаривала с твоим отцом, и мы решили, что ты можешь остаться здесь, если хочешь. Правда? Было бы здорово. Но что насчет вас? Не беспокойся о нас. Мы не такие старые, чтобы ты о нас заботилась. Мы хотели, чтобы ты вернулась, потому что боялись, что над тобой будут издеваться. Как вспомни то, что сделал этот негодяй Линхау, все тело в ярости. Перестань, теперь все кончено. Папа, я двигаюсь дальше. Ты тоже должен забыть об этом. Хорошо. Ян-Ян, твои подруги, Сян-Нан и Сио-Лэй, они обе милые девушки. Они приходили ко мне в больницу. Твоя мама выбросила мои любимые грецкие орехи, а они помогли найти мне их. Это было так мило с их стороны. Тебе повезло, что они с тобой. Не нужно сомневаться. Ты можешь остаться здесь. Папа, мама, я все поняла. Я буду трудиться еще 3 или 4 года и помогу вам переехать сюда. Эй, держись от этого подальше. У нас с мамой уже были планы. Да, мы хотим увидеть живописные пейзажи Китая, совершить круговое путешествие. У нас свой долгосрочный план. Последние несколько дней мы были в полной суматохе и хаосе. К счастью, мы справились. Теперь, когда твои родители уехали, займемся покупками. Хорошо, думаю, сегодня я потрачу кучу денег. Да ладно, шопинг всегда поднимает мне настроение. Сяян, в последнее время у тебя были напряженные тяжелые времена. Теперь, когда родители уехали, ты наконец можешь расслабиться. Мы решили, что мы оплатим все, что ты купишь сегодня. Нет, спасибо, раз ты сказала, я вообще ничего не куплю. Боже, это была оговорка. Посмотрите, ты сделала это специально, правда? Сестра Сян, почему ты смеешься надо мной? Как насчет этого? Сяян, тебе не нужно ничего выбирать, я куплю тебе те же вещи, что и себе. Нет, не нужно, и тебе тоже следует расслабиться. Я слышала, ты исчерпала свою кредитную карту. Это совершенно нормально. Кроме того, это не моя вина. Она каким-то образом установила лимит, я поссорилась с ней. Даже пригрозила аннулировать карты. Что? Твоя мама тебя ограничит? Тогда как ты будешь сводить концы с концами? Забудем, я тоже ничего не покупаю. Не волнуйтесь.
Я могу заработать стримингом в прямом эфире. Знаете что, думаете, я не смогу прожить и дня без нее? Разве ты... Выберите сначала. Я пойду еще раз осмотрюсь. Я оплачу счета. Почему она сегодня такая возбужденная? Как вы думаете, она имела это в виду? Конечно, нет. Белый вам больше подходит. Я тоже так думаю. Но мой парень предпочитает меня в красном. Плохой вкус, его здесь нет. Стоит покупать то, что вам нравится. Это так типично для мужчин, когда они ходят по магазинам в девушке, будто приходят на казнь. Но про отсутствующих не говорят. Мой парень любит со мной ходить по магазинам, будет через минуту. На мужскую лояльность рассчитывать нельзя. Сначала они делают вид, что им интересно у вас все. Но как начнутся официальные отношения, они не будут прилагать усилия. Вот что случилось с моей подругой. Когда ее парень впервые подошел к ней, он утверждал, что у нее такие же хобби, как у него. Как будто им двоим суждено было быть вместе. Оказалось, он изменял моей подруге. С его боссом, уродливой старухой, как я слышала. Это никчемно жигало. Но ничего. У моей подруги есть поклонник получше. Он не только лучше выглядит, но гораздо богаче и романтичнее. Лин Хао? Почему ты здесь? Лин Хао, привет. Я здесь. Так это ты, видимо, ты правда старая и уродливая. Я сейчас Шон. Хан Шао, следи за своим языком. Этих слов недостаточно, чтобы описать все твои отвратительные поступки. Хан Шон, проехали, пошли. Ни за что, проехали. Что вы проехали? Может, перестанешь притворяться милой? Я притворяюсь милой? Разве нет? Ты обвиняешь меня в измене, но правда в том, что ты не лучше меня. Ты флиртовала с Вичини задолго до этого, я прав? Он мой босс, вот и все. Между нами с ним ничего не происходит. Ничего не происходит? Тогда почему он... Замолчи. Не смей говорить то, что оскорбит Сиян. Каким же я был дураком. Я даже начал сомневаться, не ошибся ли я. Вдруг все обретает смысл. Разве ты не признался отцу, что влюбилась в Сюйчэнь давным-давно? Разрыв со мной, наверное, сбывшаяся мечта, да? Ты презирала меня за то, что я беден. Ты предпочла стать карьеристкой. Сиян, ты увидишь однажды, ты посмотришь на меня новыми глазами. Мы чуть не подрались. Мое сердце колотилось. Я буквально сходила с ума. Нечем волноваться, мы вовсе не боимся драться с ним. Это того не стоит. Что это должно значить? Он все время тебе лгал. Он, мягко сказать, заслуживает ударов. Кроме того, сестра Сён тоже была с нами. Мы бы все равно не проиграли. Я бы не сказала, что он солгал мне. Мы отдалились друг от друга на долгие годы. Может быть, что-то было не так с нашими отношениями задолго до этого. Я просто не могу этого понять. Это реальность. Отношения на расстоянии не работают для пары с колледжа. Никогда не доверяйте мужчинам. Но когда ты говорила о Сяяне и Сюйчэне, он выглядел таким разъяренным. Это похоже на... На что? Это он тебе изменил, а теперь он ищет в тебе недостатки. Это классический эгоизм. Да. Это еще хуже. Что если возникло недоразумение? У него же появилась эта богатая нянечка после разрыва с Сиян. Позором. Лин Хао ориентирован на карьеру. Может быть, Хао Цзэ сможет ему чем-то помочь. Я никогда не ожидала, что Лин Хао так поступит. Он всегда осторожно относился к имиджу. Теперь даже если он добьется успеха в будущем, его будут презирать. Его проблема в том, что его беспокоит, что о нем думают, вот почему он такой тщеславный. Давайте подождем и увидим. Интересно, чем это закончится. Что бы с ним ни случилось, это не мое дело. Верно. Пусть прошлое останется в прошлом, не нужно об этом думать. Выпьем тост за наше будущее. За будущее. Ваше здоровье. Thank you.
Я всегда думала, что была довольно сильной и стойкой. Что бы со мной ни случилось, хороший сон поможет мне. Но в тот день в ресторане мои родители видели их. Тогда мне хотелось выбраться из этой неловкой ситуации. Я даже не знала, чего боялась. До сегодняшнего дня я видела, как он был с той женщиной. И поняла, что на самом деле ничего не чувствую внутри. Думаю, сейчас я выбросила его из головы. Бежать бесполезно. Когда ты встретишь его, противостоишь ему, поймешь, что на самом деле в этом нет ничего страшного, верно? Наша Сяян самая лучшая. Лин Хао! Я отказываюсь от тебя! Прощай! Нет, я больше не хочу тебя видеть! Мужчины как старая мебель! Да пошли они все! Да! Мы найдем кого-нибудь получше! Точно! Моей подруге есть поклонник получше. Он не просто лучше выглядит, но богаче и романтичнее. Вы вместе уже 7 лет, почему вы не женились, а? Как ты мог ей изменить? Ты должен все объяснить мне! Дядя, отпустите меня сначала! Папа, папа! Мы расстались, потому что он мне больше не нравится. Хочешь примерить одежду? Нет. Фруктов хочешь? Нет. Хочешь сегодня отдохнуть? Я должен прочитать этот контракт. Ну же, возьми сегодня выходной, давай посмотрим фильм. Завтра переговоры, я должен подготовиться к этому уже сегодня. На этот проект у тебя ушло 3 месяца, оставь мне, я справлюсь за 3 дня. Зачем вообще беспокоишься? Я не могу всегда полагаться на себя. Я должен научиться справляться с этим сам. Но в прошлом, каким бы занятым ты ни был, ты находил для меня время. В то время я работал на тебя. Моей главной задачей было доставить тебе удовольствие. Конечно, я мог отложить работу. Но теперь я работаю на себя. Ты имеешь в виду, что находил время для меня, чтобы порадовать босса? Я не это имел в виду. Фильм, да? Садись. Нам нужно поговорить. О чем? Сегодня днем. Ты сказал, что начал сомневаться, не ошибся ли ты. Ты пожалел об этом? Конечно нет, это говорила печаль. Печаль говорила? Когда они упомянули Сяян и Сюйчины, ты был в ярости. Она тебе все еще нравится? Нет, это просто... я привык к этому. Ты знаешь, я расстался уже с ней. Тогда скажи мне, ты расстался с ней из-за меня или Сюйчины? Из-за тебя, конечно. Ты правда в этом сомневаешься? Я люблю тебя. Я хочу быть с тобой. Вот почему я расстался с ней. Она была для меня как член семьи. Но если бы я не приехала сюда, вы бы уже были женаты. Это было из-за наших родителей. И ее, и мои родители хотели, чтобы мы поженились как можно скорее. Твои родители очень довольны ею, верно? Нисколько. Моя мама ее совсем не любит. Она сказала, что женщина стареет быстрее мужчин моего возраста. Через несколько лет она... Неудивительно. Я не имел это в виду. Ты не это имел в виду, но это то, что имела в виду твоя мать. Но я ведь не она, и они не залезут мне в голову. Тогда ты рассказывал обо мне своим родителям. И еще нет. Видишь ли, я только что расстался с Сяян. Это слишком быстро. Подождем еще немного. Даже тогда я не стану моложе тебя. Я не это имел в виду. Просто найди возможность рассказать им обо мне как можно скорее. И я хочу встретиться с ними лично. Этой осенью мы поженимся. Перед этим мы должны узнать друг друга.
Этой осенью? Да. Вчера заказала свадебный сайт. Японский сад, довольно изысканно. Было так много красных кленов. Осенью это выглядело бы фантастически. Ну, а весной... Было бы здорово с цветущей сакурой. Но она всего несколько недель. Такое чувство, наш брак сглазит. К тому же тебе нравится красный цвет, поэтому осенью. Свадьба — дело нетривиальное. Почему ты не обсудила это со мной? Когда я основала эту компанию, я не обсуждала с тобой. И ты был этому рад. Это другое. В то время мы еще не были вместе. Ты не хочешь жениться на мне, правда? Ну, конечно же, я хочу. Просто это происходит слишком быстро. Я был влюблен. Вся Янь в 7 лет, прежде чем мы планировали пожениться. Ты хочешь, чтобы мы закончили так же, как вы с ней? Я надеюсь, наша любовь будет вечной. Но наша компания еще молода. Работы предстоит много. Отлично. Тогда давай отложим нашу свадьбу. Но ты должен рассказать обо мне своим родителям. Иначе они даже не узнают, кто я. Хорошо, ты босс. Давай посмотрим фильм. Что хочешь посмотреть? Тот, где показывают Гарбо. Снова? Ее фильмы такие старые. Но ты говорил, что больше всего любишь старые фильмы. Ладно, ладно. Посмотрим фильм с участием Гарбо, найду один. Тот, где есть Гарбо. Так что в целом это был огромный успех. Это то, чего мы достигли на предыдущем этапе. Наша тяжелая работа окупилась. Но пока не теряйте бдительности. Отныне вас ждут новые испытания. Мы начали собирать годовые проекты. После работы вы можете попробовать поискать новые идеи. Как только ваше предложение будет принято, вы не только получите бонусы. Вы также сможете возглавить проект. Прошу прощения, извините за опоздание. Я проходила процедуру в отделе кадров. Теперь, когда завершили процедуру увольнения, можете забрать вещи и уходить. Я не выезжала из офиса, я повторно подавала заявление на ежегодный отпуск. Кто утвердил вашу заявку на отпуск? Я. Это я одобрил ее запрос на ежегодный отпуск, но забыл соблюсти процедуры. Я уже объяснил это отделу кадров. Это моя вина. Я должна была знать об этой ситуации. Я была небрежна. Похоже, я недостаточно осторожна с тем, что здесь происходит. Но этого больше не повторится. Теперь, когда вы вернулись, давайте садитесь. Продолжим обсуждение. На чем мы остановились? Разве ты не должен сегодня выписаться? Больше не нужна гитара? Я как раз собирался к вам. Но потом я увидел. Что? Это дерево возле морга. Вам не кажется, что оно напоминает весну? Смерть — это просто своего рода фасад этого мира. По правде говоря, круговорот жизни постоянен. Ты пишешь песню? Нет. Такие песни никогда не продаются хорошо. Всем нравятся грустные, раздражающие песни. Одним словом, людей привлекают только крайности. Объем продаж тебя не волнует? Доктор Сян, вы действительно хорошо меня знаете. Я правда чувствую, что вы не можете писать песни своим разумом. Но ваше сердце... Музыка выражает то, к чему вы действительно стремитесь. Угадайте. Что творится в моем сердце? Я хирург-ортопед, не хирург-кардиолог. Откуда мне знать? Хорошо. До свидания. Пора подписать документы и выписки. Сейчас я думаю о жизненной силе. Насколько она сильна. Доктор Сян, не скучайте по мне.
правда напоминает весну. Как я могла это не уловить? Закройте дверь. Вы в последнее время не слишком заняты работой, верно? Как вы думаете, сможете ли представить удовлетворительный план к концу годового сбора проектов? Если мы не сможем придумать потенциально выгодный план, наш операционный отдел попадет в ежегодный сборник проектов в этом году. Директор, мы будем продолжать стараться. Я пойду собирать данные и определять схему. Я сделаю все возможное. Но... В настоящее время существует так много программного обеспечения, которое попадает в категорию женской моды. Я боюсь... Взгляните на этот файл. Красота онлайн? Я хочу, чтобы вы составили план за 2 дня, а затем оформили его на свое имя. Вы давно работаете в нашем операционном отделе. Когда нам нужно кого-то выделить с нашего отдела, вы должны научиться брать на себя ответственность. Понимаете? Я знаю. Спасибо, директор. Спасибо. Теперь иди. Я знал, что вы вернетесь. Поздравляю. Вы сделали правильный выбор. Но сначала несколько основных правил. Я знаю, что не в состоянии заключить сделку. Сиджи может в любое время найти таланты такой же квалификации, как я. Но это необходимо, чтобы я осталась. Никаких нерабочих разговоров. Никакого флирта, ни эмоционального, ни физического. Никакого физического контакта. За долги надо платить, никакого отказа. Вы проводите грань между правами и обязанностями. Это то, что вы назвали основными правилами? Как бы это ни было смешно, мы пока проходим формальности. Это джентльменское соглашение, пожалуйста, подпишите в 2 экземплярах. Я надеюсь, вы сдержите обещание, и мы будем хорошо ладить друг с другом. Если у вас есть лишние энергии, вы могли бы потратить их на планирование проекта. Директор, вы меня ищете? Заходи. И закрой дверь. Вы видели обзор эффективности за этот месяц? Что думаете? 2 месяца подряд вы внизу в нашем отделе. Если так будет продолжаться, что вы собираетесь делать? Боже, почему все усложняют? Я имею в виду тебя и Сяян. Она ушла без причины. И вот она внезапно вернулась. Люди могут подумать, что наш отдел непрофессионален. Хотя она вернулась. Она отсутствовала столько дней. Это наверняка снизит ее оценку. В конце концов, вы обе окажетесь внизу. Тогда что мне делать? Сяян действительно настоящий талант. Она также лучше вас в плане компетентности. Но не паникуйте. Я думаю о вас как о своем ученике. Я бы не хотела с вами расстаться. Дело в том, что мы должны соблюдать политику компании. Вы должны быть сами по себе. Если не будете стараться изо всех сил, никто не будет вас держать. Почему вам нужно выяснить, что делать дальше? Понятно?
Сохраните эту копию. Добро пожаловать обратно. Я почти забыл. Вы сказали, никакого физического контакта, верно? Отлично. Тогда готовьтесь к своему проекту. Удачи. Хорошо, мне нужно идти. Сяян, давно не виделись. Почему не связалась с нами? Где ты была? Кое-что случилось дома. Да, я слышала от Эми, что твой отец заболел. Как он сейчас? В порядке? Ему сделали операцию, но сейчас все хорошо. В любом случае, как хорошо, что ты снова здесь. Да, без вас в ходе мозговых штурмов здесь вообще бы не обошлось. Как будто были только штурмы, но без мозгов. Да ладно, это безумие. Я серьезно, мы все ждали твоего возвращения. Хорошо, тогда пойду работать. Позже приглашу вас на ужин. Пока-пока. Пока. Похоже, Эми сегодня в плохом положении. Ага. Что с ней не так? 2 месяца подряд она не проходила аттестацию. Если так будет продолжаться, с ней покончено. Я только что видела ее в офисе босса Сёя. Кстати, что сказала тебе босс Сёя? Ничего. Речь шла о ежегодном сборнике проектов. Она хотела, чтобы мы поторопились. Мой мозг не имеет от этого ежегодного проекта. Я просто не могу думать ни о чем. Я просто составлю поспешный план и смирюсь с ним. Эми. Эми. Годовые проекты, выбранные в предыдущие годы, в какие категории они попали и по каким темам? В основном они были о... Хотя она вернулась. Она отсутствовала долгое время, это наверняка снизит ее успеваемость. В конце концов, вы обе окажетесь внизу. Что ж, они могли быть о чем угодно. Пока это входит в сферу деятельности Сиджи, в основном они будут смотреть на его соответствие осуществимости потенциального воспроизведения. Да. Твой ответ слишком широк, нужно быть более конкретной. Это практически все. Эми, у тебя все нормально? Я в порядке. Ты беспокоишься об оценке эффективности? Не зацикливайся на этом, ты давно работаешь в нашем операционном отделе. Ты не только квалифицирована, но и компетентна. Тебе легко сказать, конечно, тебе не о чем беспокоиться. Я не такая, как ты. Ты всегда можешь решить любую проблему, какой бы она ни была. Кроме того, за тобой стоит президент Сюй, как мы можем сравнивать тебя с собой? Извини. Помедленней. Ага. Хорошо. В этот период реабилитации вам не нужно двигаться быстро, попробуйте найти свой темп. Хорошо, тогда я займусь своими делами, продолжайте крутить. Спасибо, пожалуйста.
Ай. У тебя кровотечение из левой ноздри. Подними правую руку. Кажется, что каждый раз, когда я вас вижу, я истекаю кровью. Это нормально. Я хирург. Большинство людей приходят ко мне не только потому, что у них идет кровь. Но я надеюсь, что ты извлечешь из этого урок. То есть не нужно подходить к боксеру без звука. Но те мастера кунг-фу, которых я вижу в сериалах, могут легко контролировать свои удары. Подними правую руку. И они не вредят невиновным. Что ж, также каждый известный доктор в сериалах просто мастер на все руки. Как тот физиотерапевт, которого я порекомендовала, все хорошо? Да. Кстати, доктор Сян, теперь, когда мы не в больнице, я не должен называть тебя доктор Сян, не так ли? Ну, как удобно. Я истекаю кровью из-за вас. Не могли бы вы поддержать мое выступление? Приходите посмотреть, как я пою в баре. Его голос звучит так знакомо. Я тоже так думаю. Разве это не Хукай? Это Хукай! Это Хукай! Хукай, Хукай вернулся! Он вернулся! Наш Хукай вернулся! Привет, ребята! Давно не виделись! Я вернулся! Кай, тебя не было 2 месяца, они почти забыли тебя. У нас появилась новая вокалистка. Нет, не появилась. Мы все так по тебе скучаем. Кай, я скучаю по тебе больше, чем по ней. Мы все скучаем по тебе. Я тоже по вам скучал. Когда я был в больнице, я очень хотел прийти к вам с гипсовой повязкой и спеть вам. Но мой врач мне не разрешил. По прошествии этого времени меня осенило. А теперь давайте вместе гоняться за ветром! Хорошо! Давай! Здесь только симпатичных парней и красавиц. Могу присоединиться? Да, конечно! Один шот! Ваше здоровье! Подожди. Что ты здесь делаешь? Выпиваю. Вначале позволь мне напомнить тебе, никто из нас не доставит тебя домой сегодня вечером. Иди принеси еще. Еще напитки! Сёнан! Спасибо за приглашение, шоу было приятным. Но мне пора идти, завтра на работу. Я понимаю. Вы используете музыку на ты, чтобы прослушать музыку? Да, почему спрашиваешь? Тогда не могли бы вы принять мой запрос, друзья? Они только что выпустили новую функцию под названием «Слушаем вместе». Я выбираю слушать вместе с вами, а затем вы принимаете мой запрос таким образом. Даже если вы дома, мы можем слушать одну и ту же музыку вместе. И еще она показывает расстояние между нами, как будто мы далеко. Это песня, которую только что написал мой друг. Думаю, ему удалось выразить мой внутренний голос. Но сейчас это всего лишь демо. Не забудь послушать. Увидимся. Thank you.
终点还没给出答复，想开口辩护，心房要常常被误会锁住，假装不在乎，却败给孤独。 Идите посмотреть, что не так. Идите сюда скорее. Что такое? Что случилось? Из-за чего столько шума? Ханшон! Знаешь что? Я вовсе не сержусь. Вот нисколько. Я здесь, чтобы вести долгий и приятный разговор. Вот, взгляни. Ты разместила фото на Вейбо, где я напился. У меня так много комментариев. Что ты хочешь? Посмотри на себя. Что? Хочешь, чтобы я выглядел плохо, а? Они очень милые. Они оставили комментарии только потому, что были впечатлены твоей внешностью. Красивые, а? Ты знаешь, что интернет-мафия хочет со мной сделать, а? Они собираются охотиться на меня, хотят знать, в какой больнице я работаю, чтобы на меня пожаловаться. Ну что, м? Разве ты не должна поднести ответственность? Мне нравится этот заголовок. Молодой хирург родился с серебряной ложкой. Напивается в баре поздно ночью. Звучит круто. Госпожа Ханшон. Есть границы, которые нельзя пересекать. Я прав? Прикрой мое лицо мозаикой. Что в этом такого сложного? Ты можешь подать на меня в суд. Думаешь, я этого не сделаю? Тогда иди и подай. Я пойду в другие медиагруппы, чтобы отследить эту историю. Ты будешь долго популярен, пока не закончится судебный процесс. Не боишься, что я возьму тебя с собой в ад? Попробуй приготовленному якульту, успокойся. Кровать позади тебя, ее цена составляет 12 тысяч юаней. Если случайно уронить одну каплю, заключу еще одну сделку. Госпожа Ханшон, вот как ты продаешь мебель, да? Мне не нужно подавать на тебя суд. Дядя Пай тебя уволит. Ни за что. Не веришь мне? Хочешь сделать ставку? Отлично. А если меня уволят, я с удовольствием удалю твое видео. Но перед этим я позволю людям насладиться красотой твоей ночной жизни. Хочешь поднять барную стойку? С такой худой фигурой брось. Что ж, полагаю, бумеранг — это честная игра. Карма — забавная штука. Рано или поздно я приручу тебя, чудовище. До свидания, Фахай.
Я вернулся. Ты поздно, я чуть не заснула.心曲浪迹。